Велика мудрость обмануть доверчивого, невелико мужество убить уснувшего на твоей груди. Привет, меня зовут Даша. Сегодня я рассказываю о том, что я в моей косметичке. Как правило, в основном это помады. Очень много помад. А все почему? А все потому, что я человек очень капризный и непредсказуемый в подобном плане. Сейчас мне может захотеться что-то естественно на губах видеть. Через час что-то коралловое, а к концу дня я вообще приду к выводу, что не хочу вообще никаких помад, хочу видеть на своих губах прозрачный блеск. Значит, у меня вот такая косметичка, самая обычная, на Ты Фраше, мне ее прислали в подарок за заказ, она на молнии. Внутри никаких разделов, просто мешочек такой. Я нашла свое кольцо, оно было под столом. Я хочу начать с вещи, без которой сейчас не мысли в своей жизни. Это гель-тинт от Essence. У меня в оттенке 02, глубокий красный, но не пугаемся оттенка на губах. Он выглядит как свои собственные губы, только лучше. Но я им пользуюсь не по назначению, а в качестве базы для губ. Из этой вещи потрясающая база получается. Даже те средства для губ, которые сползают уже через 45 минут куда-то там, исчезают, как по мановению волшебной палочки, держатся с ним очень долго. Например, я, к сожалению, не смогу назвать следующую помаду, потому что опознавательные знаки стерлись. Мне ее прислал Glambox в одной из своих посылочек, такая миниатюрка. Она отвратительная. Она пахнет... Я не знаю, какого качества сейчас выпускает компания Ruby Rose, но она пахнет как типичная помада Ruby Rose 90-х. Где я тут черкаю себе? Она очень неустойчивая. Сейчас на губах ее уже не будет. Даже если ты будешь молчать, ничего не пить, все равно она куда-то исчезнет. То есть она только у меня вот с тинтом держится, но она продержалась у меня на губах всю новогоднюю ночь благодаря тинту, но без него совершенно бесполезно. Ну, хоть не сушат губы, то спасибо, но за оттенок ей можно все простить, она смотрится, повторюсь еще раз, и в дальнейшем еще произнесу эту фразу, как свои собственные губы, только гораздо лучше. Такой вид потрясающий, ухоженный и богатый придает губам такой прямо губы стайл. Ну и раз у нас пошла такая пьянка, что я начала рассказывать о натуральных каких-то на вид вещах, я хочу показать вот такую замечательную помаду от Catrice. Не помню, как она толком называется. В общем, вот такая вот. Она существует в одном единственном оттенке, потому что других просто ей не надо. Она подойдет совершенно любому цветотипу. И чем интенсивнее ее наносить, я ее немножечко... Она у меня теперь немножко некрасивая, потому что формы я ее пользую очень интенсивно. Она выглядит такая, как желе застывшее, такого розоватого цвета. Но на руке ее не будет, скорее всего, видно. Ну так, что-то розоватое. Ее чем интенсивнее наносишь, тем ярче губы, но при этом они выглядят очень естественным. И она шикарно смотрится. То есть все в офисе, кто видел у меня эту помаду, непременно отзавелись такой же. Потому что выглядит она шикарно, качество тоже отличное просто. У нее только один минус. Только один. Она не сушит, но и не увлажняет. И через некоторое время, после нанесения, через пару часов, хочется чем-то увлажниться. Я поверх нее наношу либо... у меня есть два варианта. Первый вариант – это просто прозрачный блеск для губ. У меня Catrice, лимитированная серия под названием Голливуд. Тут такая кисточка. Ой, вот такая вот кисточка. Кисточка и кисточка. Выглядит это просто шикарно, кстати говоря. Либо второй вариант. Блеск для губ. Она функционирует так же, как помада. То есть она
твои собственные губы делает лучше просто. Она не работает как отдельный цвет. Это Essence из серии Oz. Заявлен как блеск для губ. Он такой... Эй, вот такой. Вот такой. Покрасит что-нибудь, не покрасит. Покрасил. Пахнет очень вкусно земляничкой или клубничкой. Или чем-то таким. Тоже очень здорово смотрится поверх помады Catrice, которую я так показывала. И то, и другое, оно будет уходить такой в розоватый оттенок на губах. Далее я хочу показать. Тоже мне как-то присылал Glambox. Это у меня Clarins, по-моему. Да, точно, Clarins, номер 705. Тоже такой очень естественный оттенок. Очень его тоже люблю. Он такой бежевато-розовато, что-то вообще такое. Очень-очень естественное. Как-то вот так. Тоже на губах смотрится просто... Вот. Это как улучшенная версия вот этого. То есть... Только оно не пахнет плохо. Держится нормально. Ну, часа 4-3 точно продержится на губах. Увлажняет. Только хорошее могу сказать об этой помадке. И я буду плакать, когда оно закончится. Тут осталось-то, ты гляди. Вот, я какое-то время зимой прям каждый день только вот ею пользовалась. Она еще такой имеет эффект легкого, ненавязчивого ухода за губами. То есть накрасишься, и никакого бальзама не надо, никаких скрабов для губ, ничего. Далее помада от Ifrashe в оттенке 202, если я сейчас туда посмотрела. Хотя мне почему-то кажется, что я посмотрела вообще не туда. Ну, будем надеяться, что туда. Это такой красный. Ну, такой, знаешь, спокойный красный. Можно краситься на каждый день, в принципе. Вот как-то так. Люблю эту помаду. Вообще, я у Ifrashe очень-очень уважаю декоративную косметику помады. Блески для губ у них лучшие. Из того, что я пробовала. Тени тоже попадаются очень удачные палетки, но в основном это что-то шикарное. Об этой помаде я могу петь вообще дифирамбы и только их. Она без запаха, она увлажняет, она хорошо смотрится на губах, она классная. Еще одна помада от Ifrashe, она у меня сейчас на губах. Выглядит она поспокойнее так в оформлении. Ну, как понятно, это такое немножко коралловое. Вот. Ты хоть что-нибудь тебе видно там? Эй, ты там, тебе видно? Такая вот. Тоже я могу понять, про нее сказать все то же самое, что и предыдущую ее товарницу. Единственное, она чуть-чуть все-таки у нее есть такой аромат. Что-то на вазелин похоже. Ну, этот запах не назвать неприятным. Все норм. Это у меня... Я не туда смотрела. Где? А вот. Или туда. Я не туда смотрела. Красная, это 34 номер. А коралловая это 42-й. Называется оранжевая капучино. Пупа. Блеск для губ. В оттенок, сейчас совру, 4-й. Такой розовый, но я не совсем уверена, что это мой цвет. Он такой розоватый. Все-таки, мне кажется, больше блондинка может подойдет. Хотя, может, я и заблуждаюсь. Какая у меня рука красивая. Он... Это как жидкая помада. То есть ты наносишь, и все здорово. Держится относительно для блеска достаточно долго, часа 3, наверное. Подождите. Я, значит, выхожу из дома
где-то без 28. И поправляю блеск потом только в 12. И то из Курганских побуждений. Ну, чтобы наверняка. Значит, часа 4,5 он держится. И все помады так держатся, кстати. Такая гламурненькая упаковка, такая золотая, типа. Ну, не могу не дурачиться, когда снимаю косметики. Не знаю, во мне какой-то чертенок включается. Насыщенный цвет, такой а-ля бархат на губах. Ну, не совсем бархат, но так. Будто меня стилист красил. Пахнет, чуть-чуть пахнет чем-то приятным. Не могу понять, чем. Ну, чем-то таким. Что-то есть такое фруктовое. Непонятно у меня. Я даже не знаю, что сказать. Она в такой степени клевая. Но вот единственное, сомневаюсь, все-таки моли это оттенок. Ну, смотрится неплохо, но сомнения есть. Вот, ну что, настало у нас про карандаши. У меня в косметичке живут только два карандаша. Это красный от Catrice, номер, сейчас совру, номер 70. Он такой, по-моему, называется автоматический, да? Где бы нарисовать, у меня уже места закончились. Ну, такой красный-красный, такой спокойно красный, идеально просто подходит под Рошевскую помаду, да, которая тоже красная, которая 34 номер. Тоже о карандаше только самые клевые отзывы. И карандаш от Ифраше номер 1, называется Orange, или Orange, как там правильно. Он такой механический. Господи, я надеюсь, сейчас правильно все называю. Я не бьюти-блогер. Вот, собственно, поверх этого карандаша наносилась у меня сегодня помада. Тоже подходит идеально. Тоже только хорошие отзывы. Что у нас тут осталось? У нас осталась Зиночка ля 90-е. Такая школьная, детсадовская. Что она здесь делает, я вообще не знаю. Потом Зиночка от Essence. Вот такая. У меня есть вот такая фиолетовая, на фоне обоев, надеюсь, видно. У меня есть точно такая же еще розовая. Essence заявляет, что их можно использовать и как браслетики. И, ну, я в качестве браслетов не использую. И в качестве резинок. То есть надела запястье, пошла, захотела собрать волосы, сняла. И там задумка интересная, но на воплощение, считаю, можно еще поработать. Значит, на волосах она смотрится как... Она скручивается при использовании и ничем не отличается от обычных черных резинок таких. А-ля невидимка. Так, у меня здесь расческа от Dolly House. Она так открывается. Ну, обычная пластиковая такая. Ее можно как брелок носить. Тут такая цепочка. Можно, в принципе, такая под земляничную шоколадку сделана. Такая плиточка, видно. Значит, кисточка, куда без кисточки для губ, она от Oriflame Giordani Gold. Чем она хороша? Я просто в нее влюблена. Она бесконечно удобна в ситуациях, когда нужно поправить макияж на улице. Здесь нет колпачка, она просто хоба и выдвигается. Я тебе покажу еще раз. Хоба! То есть ее даже одной рукой можно открыть, не надо заморачиваться, куда положить колпачок от кисточки. И сама она по себе такая очень удобная, у нее такая форма лопаточки, или как это назвать, очень удобно она в использовании, наносить на губы что-то просто, я ее обожаю, мне ничего другого и не нужно. Вот такая. И духи на случай, если я забуду потушиться дома, это миниатюрка от Ifraché Flower Party Night. Типа что-то с английским акцентом сказала. Ну, все, тут осталась такая плечка, можно даже уже выкидывать. Все, это была вся моя косметичка. Здесь, честно-честно, ничего не осталось.
На этом все. Я тебе желаю весеннего настроения. У меня здесь такая погода, прям шепчет. Я с удовольствием прошла в парк, мне тут парк недалеко. Так что выходим, гуляем. Все, прекрасное настроение. Пока-пока.